9 мая в регионах России и за рубежом пройдет патриотическая акция. Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира. Присоединиться может любой желающий. Для этого нужно исполнить легендарный гимн на своем родном языке. Для этого на сайте победа2020.ru создана интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником. Она станет доступна в полном режиме с 8 мая.